беседы с тобой не беседовали. Как ушел ты в какой-то запой безумный. Да не, я там не пил-то особо. Какие там у нас новости-то в стране? Задорнов помер, да, говорят? Задорнов, да, умер. Любил ты, да, Задорнова? Ну, да, можно сказать. Ну, как бы, респект ему и уважуха. Он там в своей теме, он волок нормально. Ну, Задорнов, он был получше, чем этот, как его. На кого там этот Ахыха твой кореш-то ходил? На Петросяна? Не, на Райкина. На Райкина? Разве на Райкина? По-моему, на Петросяна. На Райкина он ходил. На Константина Райкина, да. А как он вообще туда попал? Ну, мать там купила билет какой-то, или ей там на работе его бесплатно выдали. И Агага отправился на Райкина. Ну, она впулила Агаге билет. Знаете, это уже смешно. Это вкусно! А ты что, не знал эту историю? Нет, сейчас краем уха слышал, как Агага на Райкина попал. Я думал, это Степ какой-то вообще. Нет, я говорю, это мать там на работе, видимо, там бесплатно раздавали эти билеты. На Райкина, и он в грин-центр попёрся смотреть. Да, и он попёрся, и ещё там сел на какие-то места, где там тесно вообще. И вот он думал все время, как бы ему выпить-то, блядь. Я знаю, он там окунулся типа в фойе, думал, там бухло продают, а там бухло не продавали, да. Ну, я говорю, а что ты, Ажик, там сидел, надо валить было оттуда. Нет, ты сидел до упора. Хотел посмеяться, а все никак, да, без бухла никак. Не, он там вначале все эти юмористические прочитал в самом начале, а потом начал просто там... Там какие-то студенты из Кулькава приперлись. Начал там мастер-классы какие-то проводить. Ага. Но я же тоже в этой теме посидел. Короче, Райкин никак не зашел, короче, блядь, Агыге. Выпить не дают, блин, смеются мало. Все больше какие-то мастер-классы показывают. Вообще никак не смеются. Начали, посмеялись. Я говорю, ну после этих 10 минут смеха надо было сваливать. Ему надо было сразу перед входом циклой закидываться. Сутки перло, ёпта. И чекушкой водки это все запить. Там бы, наверное, хлеще Райкина представление началось бы. Там бы Райкин бы его обнимал бы. С собой бы забрал в труппу. Как бы так. Какой последний фильм смотрел, Виталий Николаевич? Из новых, что ли? Ну, вообще, какой вот смотрел последний фильм из новых? Тарантиновский, про восьмерку. Понравился фильм? Ну да, но там все происходит в стиле Тарантино. Он даже банду актеров набрал ту же самую, что во всех предыдущих фильмах. Там Тим Роты какие-то, там Сэмюэл Джексона, Майкл Мэдсон, ну все ну, вот да, это. Да. Там негр-извращенец был какой-то. Ну, Сэмюэл Джексон, да, там, когда он заставил чувака по снегу лазить, а потом хуй сосать, черный член. Он сосал мой черный член. Ну да. Ужасный злой негр. А потом ему отстрелили яйца, он на шконке там валялся. Отстрелили яйца ему, негр. Да, говорит, он мне, сука, яйца отстрелил. Ну, все равно бабу повесили они. Да там вообще, ну, тарантиновская эта вся тематика. Понравился тебе фильм, любишь ты такие, да? Ну, трешаки я люблю.